Так, пойдет? Идет. Позицию, да, поставим. А какая разница? Не знаю. На всякий случай. Мало ли что. Ну ладно. Так, Юсу выбирает паранезию. Ай, ладно, ладно, я буду работать. Фу ты там, ты, да? Угу. Я иду. Я буду работать. Делаю, что сказано. Что правда, туда переться. Я буду рад, нельзя жить в мире. Мы, кстати, вероятнее всего против них сейчас играть будем, да? Я буду, ну, скорее всего, да. Ёлки-палки. Игра свернулась. Замечательное начало. Просто потрясающе. Не бейте! Делаю, что сказали! Я, короче, поехал к тебе филд строить. С мигами. Серьезное решение. Я подчиняюсь! Этот молоток тяжелый. Главное, поплыву. Да, и будет свой задавлен. Я иду. Я такой. Это дракон. Да, работа готова. Буду работать изо всех сил. Я буду работать. Я есть хочу. Я буду, работать. Таш, вон где. Тяжелая работа. Ох, он и там задавлен. Я буду работать. Жулики. Давят и давят. Я буду работать. Чё, тогда течку буду клепать. А кто второй, кстати? Не знаю. У тебя давят-то. Я просто крестьянин. Я подчиняю, готовь. Там две юсы, понятно все. Окей. Чего хочешь? Заряжено. Так. Нужно дождаться напалм на миг. Дождался рано, поздно. Да, я знаю. Наряжена. Земля должна упасть. Направляемся в бой. Я чувствую, что я подчиняюсь. Постараюсь. Ну-ка, дворец построю. Не самое удачное место, наверное. Так, я надеюсь, там отбиваешься, потому что тут миги нужно... Много уже хамбеев лезут ко мне. Одного убил, отлично. Хаммер убивается. Прикрой Airfield, срочно. Надеюсь, этого хватит. Отлично. Так, наверху хамвеев много. Сейчас. А, смотри-ка. Затащил. Нифига себе. Ай-да-я. Ладно. Или домочим. Пойдет. Ай, ладно. Я буду, работа готова. У тебя дозер очень открыто стоит. Да, я его специально так выгнал. Ну, да, конечно. Так, теперь на меня напали сильно так. Ща. Только техничка винова. Хотя бы. Или ты отобьешься?
Ну да, да, я вот лучше туда к себе. Ко мне уже сейчас поехать. Да, зря ты приехал, конечно. Они пустые хаммеры спамят, вот в чем проблема. Я понял. Поэтому завязывай полностью техничками, пора. А у меня уже эти готовы. Против пустых хаммеров, короче, квады нужны. Да не, не квады, а эти готовы. Баги не, не помогут. Говорю, квады нужны. Там разбирай своих, если ты неплохо разбираешь. Нет, Джарван, дружим. Сберемся здесь, ладно. Блин, все-таки наверху у меня не особо классно живется. Вот это вот он взгляд наверху. Неплохо. Господи, тупые котлы. Блин, убивает мою норочку вечно. А мне уже лезут. Официально, официально. Ой, хаммер подъехал под Фил, все. Приехали. Ща. Летай пока. А, ты уже все питался. Я займу. Да, блин, говно. Просто запамили, у них у каждого два завода стоит и все. Да, надо было. Вообще непонятно себе. Ну ладно. Плохие дела, если так будет продолжаться. На каньон пати как, кстати? Знаю, мне, по-моему, нет только карт. Надо поиграть, да. Так, ты там скажи, когда они готовы будут. Ну, они уже все зашли. Команды вроде взяли, все взяли. Готовы. Ну, короче, нужно знать, что они любят пустые хаммеры поспамить. Против них, конечно, мало эффективных стратегий. Ну, тоже два завода. Весьма. Блин, зачем ты так светишь? Свети тогда всем. Да
Наймем есть корабль. Работа для меня. Я своего задропаю. Турелька. О. Да, кстати. Бах, турелька такой. Я на работе. Красота будет, просто красота. Только не успею, наверное. Будем улучшать? Это вот здесь, наверное, достанет, надеюсь. Все про новое строительство? Нужна доставка капитанской страны. Все готово. Генерал, всем чуть-чуть не хватило на денежки. Ну, отлично, он убежал отсюда. Я могу сделать здесь барак. Загружено. Штамп новое строительство. Не могу здесь строить, сэр. Отличное место. Давай! Воу! Отличный пробег! Боже, двое. Готов. Застрял. Я здесь. Давай! Без тачки, подбросить! Не зашел ко мне ракетчик в гости. Я здесь. Отрываемся! О, блядь. Ты говори конкретнее, у тебя там все плохо или нормально? Готов к битве. Пока живем, ты посмотри, что делает. Моя ракетница готова. Хочу взорвать нас кто-нибудь. Это синий, готова. У него все плохо, тут я его загнобил уже. Готов! Не страшно. Готов к битве. У меня голубой бесплатный пока. Отличный пробег. И куда-то он поехал. Ну, спасать своего союзника. Вижу, да. Готов к битве. Отличный пробег. Пробуй дозер что-то поломать, еще что-нибудь. Отличный пробег. На колени. Я здесь. Отрываемся. Отличный пробег! Ничего себе, ракетчик забежал, мне дозера убил. Единственного. Негодяйка. О, да у меня все норм. Все прекрасно. Экономику включаю. Подбрось! Отрываемся! Отличный пробег! Хочу взорвать чего-нибудь на водку. Уже иду. Отличный пробег! Осторожно! Давай строй! Есть работа для меня! Подразделение потеряно! Хочу взорвать чего-нибудь! Чего идет-то? Давай! Да? След в след! Лазер наведен! Согнался! Бегал пару танков! Будет весь лазер наведен! Так, у тебя флешек нет случайно? Нет. Уже идем. Что-то там серьезное. У меня ракетница готова. Лазер наведет. В том доме пацаны засели. У меня ракетница готова. Бывает. Такое. Хочу нарвать лазер наведет. Блин, внимательно, конечно, не жду. Все готово. Ну все, Юса без завода остался. Я все равно а вот и тяжелая кавалерия. Пару хочу взорвать чего-нибудь. А, ладно, а я без энергии. Давай строй. Давай! Пошли!
взорвать чего-нибудь. Новое строительство? Готов к битве. Эх, ну, туда я поехал. Видишь, какой из центра копает ресурсы, да? Жулик, 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 жулик. Подбросить! Пошли! Какая задача, сэр? Я своего почти убил. Открываемся. Что значит победа за нами? Готов. Давайте даже помогу. Отлично. Так, это красный. О, вон он, да, я красный. Завод восстановил, оказывается. Отличный пробег. Пару танков. Посмотрим основание. Живой. Уже идем. Есть работа для меня. Я здесь. Да? Да. Игра готов. Подбросить. Готов к битве. Я готов. Мне все равно. Давай. Хочу взорвать от чего-нибудь. Подбросить. Я здесь. Подбросить. Пол, что готов это было? К битве. Готов. Без дачи. А, это у меня чатик загрузился. Привет. Подбросить. У меня аж игра зависла. На колени. Чё там? Да, чатик обновился и... Да, забегало. У тебя хаммер наверху есть. Сечём. Давай. Пользуйся. Подбросить. Готов к битве. Без дачи. А, да, я, конечно, тебя бы поставил. Ты даже спас. Слушай, или спас даже. Ракетчику надо было тогда убить. Ну, готов. Ну, сколько у меня денег? Сделано в США. Давайте еще больше сделаем. Новое строительство? Подразделение потеряно. Подбросим! Готов! Разгромить! Открываемся! Блин, ты не добьешь там этих. Осторожно! Пошли! Отлично. Разогнался. И гадко. Да, что-то простенько было. Я своего быстро задавил. Не думал, что поставлю пушку эту. Зря мы их тренируем тогда. В смысле, сами тренируемся. Репетиция. Вообще, я думаю, это в плюс нам сейчас пойдет, потому что явно видно, что они настроены юсами там играть. На фане вроде тоже за юс любитель поиграть. Так, можно карту поменять даже. Намин Лейк. Ох, как я не люблю эту карту, что-то. Вот. А, это где я посередине в ад, да? Не, это-то нормальный. Это я тоже не люблю. Ну там Торнамент Лейк, это где горка и озеро. В середине, да. Озеро и 4 вышки, да, по-моему. Не. 2 по бокам и еще где-то. По одной. Ну, короче, она что-то большая какая-то. Mm-hmm. Нет. Больше похоже на... 1-1 и 1-1. По-моему, там китайцу тяжело. Особенно танку. Да, там юсы всех убивает. Ну, юсы, ну, в принципе, игла тоже. Юсу никто не может вообще ничего сделать вначале. Просто можно построить, да, те же два завода и память хаммеры. Захват. Все вышки вообще все твои. Ладно, попробую. Стоп, подожди. Давай, может, лучше ты. Займемся. Ладно. Бррр. Что за дела? Приступаю к работе. Попробуем так лучше. Потому что мне тут дела могут возникнуть. Да? Все закончено. Ой, все суплаи. О, вышки. Чё, не вижу, что он делает.
барак. Я готов. Блин. Есть работа. Он то же самое катает, по-моему. А чё он катает? Тоже барак первым построил просто. В смысле, то же самое все игры или то же самое, как и ты там? Какие я, какие я. Так, а... Вот этот сплай пустой. Удивительно. Ну, я убежал. Боится. Новое строительство? Я готов. Проложу свой. Озеро моего сейчас поймем. Ой, нет, не поймем. Отлично звучит. Я запрятался. Проложу свой. Я готов. Да? Модернизация завершена. Даже еще одного пришлю. Давай колоти этого. Мерзавца. Выходим на новую позицию. Лучшие войска. Нужна встреча. Даже не знаю, что захватить, завод либо давай завод, ладно. Хочу завода. Много завода хочу. Так, лишь надо остановить таким образом. Начинаю. Все сейчас поимеете. Все готово. Приступай уже. Готов к битве. Так, замечательно. Пушку строю. Я тоже, наверное, построю. Здание найдем. Я здесь. Мне все равно, во что стрелять. Дозер украли, вот это да. Выходим на новую ракетница готова. Еще скажи, когда у тебя все подсвечено было. Всегда готов. О, давай вот эту штуку построю. Я так сделаю. Готов к битве. Да, я понял. Да уйди ты, блин, их захват. Ракетчик случайно с собой еще взял. Ладно, отбил. Центр. Есть там у меня тура? Да, есть еще один. Модернизация завершена. Да, готов. Из нас прибыл. Ой, там мой рейнджер не дошел, значит, наверх. Лучший бойца. Что так меня? У меня ракетница готова. Какая задача, сэр? Из нас прибыл. Готов к действию. У меня ракетница готова. Новое строительство? Не смотрю на всякие штуки типа дропов. Ведь такое всякое может быть, какое. Так, поехали через центр. Блин. Меня ломают через центр. К тебе правда ехать. Нет, ко мне все-таки. А у меня ничего нет, чтобы крыть. Представь себе. Ой, красота, конечно. Сейчас дозер моего прикончит. Слушай, я сдаюсь. Но у тебя много денег будет. Я ничего не могу с этим поделать. У тебя... В центр весь. То есть можешь завод клепать. Еще один. Дешевый у тебя будет техника. И дофига денег. Тут скрытых суплаев, фига. А ты про это дело даже не знаешь. Ладно. Да не норм было, да? Да столько всего было. Ты взял, сдался. А чё у меня было? Ничего у меня не было, вообще ничего. У тебя столько денег. И чё? Юсов один суплай только.
Деньги есть, воевать-то нечем. А, дозера убили, что ли, еще одного? Не, дозер-то был, но... Ну, отстроился бы там 50 бараков. Заводы заблокированы. Потом он забункерился и Аврору сделал, все, красавчик. И Алёшка. Алёшка, это который пожарник, что ли? Но. Там же Авроры все не долетают домой. Наверное, лучше говорить Крисе, так оптимально. Да, угонщик, конечно, вообще запоролся. Там Юс сразу отключался, если бы не угонщик. Они все синие. Кстати, хорошая цвета взяли, ориентируются. Они все синие. Ну, голубо-синие. Отличить-то можно, чё. Да что-то мне заказывалось. Не бейте. А пойду сразу на этот сплай. Это кто? Юсран? Так, они похоже что-то непонятно. Вот этот суплей они вообще игнорируют. Не любят они эту карту. Опасная. Самая опасная карта. Иди в захват, кстати. Я все суплаи попробую застроить норочками. Знаешь, как суплай. Я просто крестьянин. Все, хватит. Да. Только не бей, разве нельзя жить в мире? Я не понял, а что у меня завод построился сначала? Что вы хотите от меня? Да. Не, ну это жесть. Что вы хотите от меня? И чё не идёшь? Ладно, ладно, я буду работать. Постараюсь поторопиться. Я есть. Кто строит, никто не строит. Разве нельзя жить в мире? Ай, ладно, слушай, у меня бардак какой-то начался. Ай, ладно, ладно, я буду. Однако центр-то я, конечно, затащу. Что вы хотите от меня? Что правда туда берет? Что вы хотите от меня? Сейчас поднимемся. Не страшно. Есть хочу. Работа готова. Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Я буду работать. Ах, не достроился. Семь штука. Только не бейте. Бей, сволочь. Ладно. Охраняем подземку. Вот. Земля должна устоять. Охраняем подземку. Тяжелая работа. Да, рискованно, конечно, пошел. Ну да ладно. Только не бейте. Ты так ничего и не захватил. Я буду работать. Красавчик. Сделаю, что сказали. Займусь по настроению. Пушки строишь. Нашел еще какие пушки строить, конечно. Уже на ногах. А что, хорошая пушка? Ну, знаешь. Мне нравится. Она одноразовая, да. Может так выразиться. Вы меняете. Почему? Ну, если не там знаю, одиночный танк какой-то едет, то он никак вообще не сможет проехать или убить эту пушку. Допустим, готов может. О, там армия у меня снизу намечается. И убить фаербейс тот же. Офигеть, еще и сюда заехал. Сейчас мы объедем. Танк Скорпион. Да, надо жесть. Как вы и просите. Меня тут скомковать решили полностью. Только не бейте. Наша воля сильна. Танк Скорпион. Танк Скорпион.
Титан, Скорпион. Я твои круги. Куда ты поехал? А нет, ну. Неверно. Едь. Единственный, которого мы не заплатим. Я подчиняюсь. А, вообще просто. Убил. Что? Тогда я иду захватывать. Ой, ты что-то не хочешь? А как мне захватывать и против него ты предлагаешь? Если он давит с первой минуты, нужно отбиваться от него. Ну, у меня пока все получается. Как еще отсюда может козел приехать? Пинг что ли поставить? У нас, по-моему, война на скорпионах будет. Пехота завершима. Модернизация завершена. Быстрее, готовьте! Уже на ногах. Вот это дом. Ну ладно, убил. Бегать хочу! Что вы хотите? Я в центре неплохо живу. Инструментов нет? Кстати. Я буду работать. Надо завод еще построить, только что-то не хватает денег, кстати. Я буду работать, кстати, я буду работать. Давай, драться. А-а-а, в центр поехали, сволочи. Не стой за спиной. Ай, ладно. Я буду работать. Куда? Единственный, которому мы не заплатим. Я подчиняюсь. Заводы. Так, что там нормально все? Нет, центр ломают. Уже на ногах. Блин, гады. Так, озер уже поехал. Ладно. Я буду работать. Храбрость с избытком. Я минку построил, но если... Вот смотри, я жму эту фигню, которая карта открывает. Ага. Ты не видишь ничего. Да, кстати, да. Не вижу пока. Если нажал, я ничего не вижу. Я просто крестьянин! Эх, снесли мой суплай, там ладно. Нифига у тебя там армия. Вражеская смысл. Не подави. Готов, подразделение потеряно. Что вы хотите от меня? Если это то, что ты хочешь. Да, понесу сколько смогу. Настоящий танк Чилей. Я буду работать. Что вы хотите от меня? Я есть хочу. Готов, подразделение потеряно. Я попытаюсь. Нет цены, которую мы не заплатим. Саня, делаю работа готова. Так, ладно, пойду, я тебе помогу. Ваши задачи. А так бился, типа. Ай, ладно. Я буду работать. Буду работать из-за всех. Я могу центр. Дальше буду брать. Я буду работать. Быстрее, готов, я есть хочу. Танк Скорпион. Я буду работать. Разве нельзя жить в мире? Я буду работать. Тяжелая работа. Что-то задаю. Работа готова. Мы должны быть внимательны. Тоннели нам ведут я. Хорошо, да? О, красавец, он все ракеты потерял. Враг может быть рядом. Вот этого булочку. У меня третий завод, что ли, сунут? Я буду работать. Нифига себе, они там на усыпай копают вдвоем. Хотя бы этого добей. Ну вообще, если армию свою первую. Че, он вышку уже захватил, да? Вот с бом. Получается. Точно пройдет денежку. Да, я иду. Ща обосу. Я буду на славе. Готов, Гай.
Отлично, обоссал. Вот и сам. Их инструменты пригодятся. Я просто крестьянин. Я буду работать. Что вы хотите от меня? Ах ты, Джармен появился. Ну-ка, ракетками, давай, ракеты. А чё ракеты будут? Сам конец его дать. Я буду работать, Скорпион. Да, я иду. Саня, я буду работать. Давай ещё завод. Я буду работать. Я чувствую блистрапа, нельзя жить в мире. Ого, против тебя армия готовится. Русская. Было много работы. Готов жать. Наша воля сильна. Было много работы. Быстрее, готовьтесь. Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Наша земля должна устоять. Охраняем подземку год. Я просто крестьянин. Я буду работать. Короче, ужасно круто ударюсь в ресурсы. Постараюсь, в центре построю. Я подчиняю. Работа готова. Работа готова. Какую фигню тебе что ли выпить? Чтобы была. Ага, тогда менять надо это все. Заново строить. Нифига у тебя суплай в центре. Я постарался. Вот лучше так не делать, все равно это неэффективно очень. Что вы хотите от меня? Не, вначале-то норм. Только не бейте! Ты на это очень много денег тратишь, а возвращаешься это очень медленно. Ну, да не, довольно-таки быстро, но тебя все равно воевать нечем. Сразу столько. Только когда вот такое вот преимущество у нас есть, то можно. А вот так я смотрел. Вот может даже. Все норм. Да че норм? Можешь тут триплей посмотреть. Вот этот вот синий, у которого 26 тысяч, он тебя скорпионами задавливал. Все потому что это у тебя суплай построил. У тебя денег не было на войско. Я ракетчиков против них ставил. Блин. Ну ты упертый вообще, я тебе говорю, что это неэффективно. Ты можешь даже убедиться, посмотрев реплей. Афаня говорит, что он на гол пошел. И то, что он работает. Кстати, он работает, что ли? Роджер говорили в конце мая, да, ну это все. Ну вообще получается, он работает. Но у меня последний раз не заходило что-то. Почему они на гол? Спроси. Три на три пошли, вот чё. Криси что пишет? Чуть позже пишет Криси нам. Мангус может просто так пошпилить.
Вот, начал эти бесполезные суплаи строить, войск у тебя нету. Уже 4 скорпиона с ракетами. От Нафани. Ну и видишь, как я круто отбиваюсь. В смысле отбиваюсь? Они тебя наказывают, ты ничего с этим поделать не можешь вообще. Так, ДФС, где он у нас ДФСик? Вот тебя спасло то, что вот уже. Я приехал и начал да, бомбить. Да, ты приехал вовремя, ТС, не спорю. У него два завода, дворец был бы, куча скорпионов, и... а у тебя ничего нет, и все. Толк от твоих суплаев. Я не спорю, можно построить там, допустим, один вот между четырьмя кучками, чтобы копался там. Но на каждый строить, причем сразу все это нет, это неэффективно. Ну, сразу все это понятно. Вот если бы Нюк так войска свои глупо не сливал против меня, и я бы тебе не смог помочь, то мы бы проиграли, это очевидно. А что он там взрывался, да, только так? Да он, да, по одному юниту на мою понятно. Группу вводил там. Понятно. Короче, неэффективно. Так что не рекомендую тебе так делать больше. А Space, кстати, зарегистрировался же, да? С кем он там играет-то? С Радиксом. А, это он с Радиксом. Все, что он имеет в виду, то есть то, что вообще все. А, ты тут карту качни, давай создашь. Посмотрим, что там делать. Да, я уже скачал. А что там, я помню ее даже там. Ты тоже как-то играл, даже это в номинаты попал на ней. Бартон там все разрулил и сдался под конец. Да, суплай у каждого все просто, как не знаю что вообще. Так, мы это не нашли еще с кем играть, да? Пока нет, ну я предлагаю, не знаю, здесь посмотреть что-нибудь. А мы сможем, да? Через контрол будем все атаковать, окей. Давайте строим! Сейчас 3 дозера построю, что можно сделать. Да ничего с 3 дозерами здесь не делаешь. Есть только Юсы и Глашника. Юси невыгодно вот здесь быть. Если она там, то лучше играть за один суплай, потому что здесь от очень открытые ресурсы. Так и наверху то же самое. Ну наверху, в смысле, где-то слева наверху. Не, там вот, ну, смотри, вот здесь. Да, поехал. С двух суплаев добывать можно. Я не видел тех лучек, а думал, их нету. Вышки в центре, да, можно позахватывать, если что. Ну, короче, тут понятно все. Что-то в стиле Fallen Empire будет.
Это не похоже. А чё не похоже? Два сапплая у каждого, и погнали. Завод, где попало. В смысле завода, где попало? Ну смотри, вот сапплай даже построил, и завод, где попало в городе. Приедет тебе в домик, завод. И чё, дракон, и всё. Привет, домик. И не всегда. Бывает так. Не согласен я, что... Всегда помогает. Эффективно строить дракона, где попало. Около домиков. Тут, короче, смотри, в чем прикол будет. Вот здесь чувак строит сплай. И вот ты построил здесь. И сразу здесь начинается войнушка. Да, здесь надо барахлов стыкать, кстати. Скорее всего. Получается, что... Тот, кто ближе к домику идет, тот в барак должен пойти. Я так думаю. Короче, тут пехом хорошо. Не, просто здесь, допустим, ты со своей стороны можешь защитить хорошо сплай. А вот противник не может. Он будет тоже защищать. Короче, будет здесь один на один вот здесь. И один на один вот наверху. В том же месте. Здесь. И кто, короче, выиграл, если там... По сути, эта карта не 2 на 2, можно считать. А 1 на 1 и 1 на 1 по 11, короче. Можно, конечно, приехать помочь, но это будет неэффективно. Ты сразу теряешь сплай второй, свой. И еще, пока ехать будешь, возможно, не успеешь ничем помочь особо. Сейчас еще посмотрю, как тут дозер. Поедет. А завод в центре можно, да, поставить, кстати? Наверное, можно. Единственное, что за Юсу здесь не пойдешь, вот в этот вот сплай, вот, где даже за домиками защищается, просто... Там один, нет. Просто очень легко его... Как там это слово называется? В самом прям в центре можно построить, а чуть пониже, повыше все нельзя. Да какая разница, кто там завод будет строить? Не знаю, вот я... Ладно, давай, короче, ищи там с кем поиграть, я отойду, пожалуй, ненадолго. Хорошо.